Так, что у нас тут внутри? У нас внутри вот эта часть, это модуль от колонки. Тут усилитель звука, включение и сопротивление, регулировать громкость. Так, дальше у нас идет это панелька с коннекторами для джойстиков Sega и кнопка Reset. Платка. Даже не помню, на чем сделана. Так, вот это у меня джойстик. Да, джойстик вот такой у меня. Аркадный. Вот провода идут все. К этой плате джойстику. Потом эта часть, это турбо модуль для кнопочек. Переключается вот этими выключателями. Блок питания 220 на 5 вольт. Такая вот разводка. Сами кнопочки аркадные.